С апреля 2016-го в Казахстане появилась информационная система «Кунделек». Тогда в пилотном режиме ее пользовались 700 школ, а сейчас их количество превышает 6 тысяч. Это больше 4 миллионов пользователей. С какими трудностями сталкиваются педагоги во время работы с этой системой, расскажет Айгерим Мукашева. Отказаться от бумажной волокиты и идти в ногу со временем. Об этом говорили североказахстанские педагоги на семинаре, который проходил в центре Орлеу. Его участники познакомились с информационной системой «Кунделек». Сейчас ею пользуются больше 6 тысяч казахстанских школ. Расписание, домашнее задание, оценки – все в электронном формате, а значит, это быстро и удобно. Но, к сожалению, есть и сложности в работе, особенно они заметны в сельских школах. Наша школа непосредственно, мы начали работать с прошлого года. В связи с того, что немножко, скажем, скорость интернета не позволяет в полной мере воспользоваться этим. Поэтому мы не можем сказать, что это прям все замечательно, есть какие-то проблемы. Но сегодня присутствуя на семинаре, нам уведомили нас то, что будут внедряться новые, скажем, приложения. Уже увеличили скорость доступа, объем данных. И я думаю, что в будущем это отразится в лучшую сторону. Электронный дневник, журнал, документооборот. Вопросов у педагогов немало. К примеру, каждая отметка школьника должна сопровождаться комментарием педагога. Казалось бы, функция полезная, но на практике это отнимает немало времени, ведь такой отзыв нужно писать ежедневно. По словам директора по развитию ТО «Кунделек», сейчас думают над альтернативой. К примеру, можно добавить шаблоны комментариев. Система непрерывно совершенствуется, говорит Аскар Конакбаев. Как свидетельствуют наши пользователи, это учителя, 70% всех учителей говорит, что система очень удобная. И если бы система была бы неудобная и не функциональная, у нас бы не выросло за последние 2 года количество пользователей практически в 15 раз. На данный момент почти 4 миллиона пользователей. Семинар проходил 2 дня. По его итогам около 100 педагогов получили сертификаты. Также Центр повышения квалификации Орлеу заключил меморандум с представителем ТО «Кунделек». Обучить сотрудников Центра Орлеу навыкам работы с автоматизированной информационной системой «Кунделек», показать все ее возможности и преимущества, для того, чтобы завтра сотрудники Орлеу обучали учителей Северо-Казахстанской области, как работать в этой системе. То есть они будут нашими представителями и будут продвигать наши идеи, наши замыслы. В Северо-Казахстанской области этой информационной системой пользуются 459 школ. Зарегистрированы 13 тысяч учителей, 68 тысяч детей и около 50 тысяч родителей. Айгерим Мукашев, Жолдызбек Ермуканов, новости МТРК.